Вот очередное наше удачное приобретение. На пробу взяли такой корм. Хотим в качестве лакомства попробовать сначала. Может, если понравится нашей бышкетнице. Да, бышкетница? Лапчик. Хочешь? Хочешь? Умничка. Будем заказывать и дальше, скорее всего. Потому что тут очень хороший состав. Вот, в частности, этот корм. Он полнорационный сухой корм для взрослых собак мелких и карликовых пород с высоким содержанием курицы. Тут есть упаковка хорошая, шелестящая. Поэтому извините за звук. Расписано табличка, на сколько килограмм, какой вес, с активностью или с маленькой активностью животного. Дата в порядке. Шиншилка всегда присылает хороший товар. Ну, будем сейчас проверять, как смакуя нашей собачке ням-ням. Ням-ням. Лапчик, как тебе ням-ням? Какие красивые. Гляньте, какие красивые. Пахучие. Запах не синтетический. Очень натуральный запах. Маленькие крокетики. Они еще меньше, чем оптимил. Вот он оптимил по размеру. А это... Запаха постороннего, ну, точно не ощущается. Это с курицей, да? С курицей. Лапчик. Ну-ка, давай проверим. Как тебе? Угу. Вкусно? Сидеть? Нет? Не будешь садиться, кажи, у меня все. Вкусненько, маленько. Классно хрустеть? Еще хочешь? Хочешь? Ладно, не можно много сухого наедаться. Мы обычно мочим его. Почему-то нам сказал так ветеринар, что лучше мочить корм. Ну, в общем, пока визуально, то есть нас все устроило. Да? Да, лапчик? И вот здесь есть в упаковочке гипзамочек. Его можно хорошо выпустить воздух и защелкнуть, чтобы не попадал лишний воздух. Взяли по очень хорошей цене, и шиншилка всегда предлагает и хорошие цены, и скидки, и с доставкой все хорошо. Так что всем рекомендую, покупайте у шиншилки для наших зверяток побольше всего.